Кстати, ассалам алейкум. Ну, вот такая беда у меня случилась. Колесо открутилось. Хуй знает, закручивал я его, не закручивал. Случайно заметил. Где-то 2 миллиметра щель была, 3. Случайно чайку мне предложил попить человек, заказчик. Я выхожу, и какая-то вот тут заметил беда. Ну, вот такая щель. Вот, видите? Вот. Попытался закрутить, открутить. 3 у меня получилось. Метки ставил маркером. Все шпильки прокручиваются. Ну, опускал трактор, зажимал и откручивал. Открутил. Закрутил, вернее. 2 не поддавались. 2 нижние, вот эти вот. Поехал за инструментом. Сварочник здесь был в доме. Ну что? Все здесь окей. С диском не погибло ничего. А шпилька вот такая беда. Вот видите? Вот, здесь вот нет резьбы. Вроде бы она была резьба. Не знаю, короче. И, естественно, стала проворачиваться, вступиться. Сейчас сварочником наварю здесь. Вот, звонил только что подписчик с Кубани. Поговорили с ним. Вот. Пообщались. Добра мне пожелал. Собственно, я тоже всем желаю добра. Печатать долго, говорит, проще набрать. Я согласен с ним. 100% проще позвонить и все. Так, сейчас наварю здесь точки и буду забивать. Резьбу сейчас просто тупо машинкой подправлю и все. Чтобы открутить, приварил вот так вот болт. И открутил. Сейчас надо камеру на лоб такую, знаешь, и снимать. А потом в компьютер надо. У меня нет компьютера. А, нету? Ну я ж телефона сразу выкладываю. Сразу? То есть ты не редактируешь, что ли? Редактирую. На телефоне? У меня вот в айфоне, самый заебись айфон. И быстро грузит все. Но памяти мало. Надо купить другой телефон. 120. Говори вот так вот точки. Посмотрим. Вот так приварил. Вот. Я, конечно, такой электросварщик, как. Но вроде приварилось, блядь. Нормально. Посмотрим сейчас. Виталь, крути, а? А, все, поставил. Да. Ну, вроде приварил, видите. Сварочные зажимы не могли удержать. Хотя он скрипит, краска трещит. А есть это? Сварка трещит. А что, сила нужна? Немножко. Ну это же коротенький. Сейчас я возьму. Ну здесь, блядь, больше закрыто. Ну, со второй стороной резьба лучше. Но тоже есть чуть-чуть место вот это подъеденное. Но не сильно. Ну вот так я заварил. Сварочник вот такой. Электролюкс какой-то. Ну, варит вроде ничего. Не знаю, как надолго рассчитан, но слушай, варит хорошо.